Касаемо следующей песни про нашу великую державу, из громадных количества смешных историй, которые вселяют искренний патриотизм, наверное, сегодня стоит упомянуть один из таких моментов, когда мы с парнями были в Северодвинске на атомной лодке. Конечно, ощущение еще то, когда стоишь на палубе, а под тобой 20 ядерных ракет, и каждая из них 24 разделяет силовые головки. То есть подводная лодка может в один момент сотворить 240 ядерных взрывов, примерно. Просто снести эту планету нахрен. И ты стоишь вот на этой штуке такой. Но самое главное, конечно, мне было очень интересно посмотреть вот на эту самую комнату, где находятся ключи от, ну, от пуска ядерных ракет. И мы прошли по лодке. Там, конечно, целый город, и очень круто, и прикольно. Но самое главное, мы заходим в святая святых, командный пункт, где вот эти ключи от запуска. И там сидит парень, ногами на столе, и смотрит по секретному какому-то монитору футбол. И такой: «Давай, черный левый, давай, ну ты такая козел, давай, обходи, И вот это вот, глядя, я понял, ни в одной стране мира я не могу этого представить. Все-таки у нас есть вот эта человеческая природа. Все-таки, несмотря на всю вот эту вот муштру и так далее, все мы остаемся людьми, слава Богу. И зачастую вот этот вот человеческий фактор решает в плюс. И мы за счет этой человечности раз за разом, веками, выигрываем войны». Музыка народная, слова